Здравствуйте, дорогие подписчики! Как вы уже поняли, речь пойдет об обуви. Я ношу большой размер по американским меркам. Это 10-й, по европейски это 41-й. У меня нога широкая, и мне тяжело подобрать обувь. Выбора всегда мало, поэтому она не очень женственно выглядит, похоже даже на мужскую. Но мне нравится, мне удобно. Единственная была проблема с этой обувью, то что вот эта часть, она твердая, и она натирала, больно было носить. И так как мне сама обувь нравится, мне неохота было ее возвращать. Я, поискав в интернете, конечно же, в Амазоне, как всегда, нашла такое решение, вот такие вещички, которые очень мягкие, видите, двух цветов продаются, черные, ну, понятно, да, для черной обуви или темной, и светлые, для светлой обуви. В общем, очень легко применяется вот в таком виде. Поворачиваем так как нога вот так идет, и нужно просто наклейку убрать. И вот так приклеить. Я уже не буду клеить, потому что у меня уже есть. Но если, чтобы увидеть контраст, вот я вам покажу на светлой. Убираем наклейку сзади. И вот так. Оно вот так выглядит. И очень удобно. Я один раз приклеила и уже хожу некоторое время. И не болит нога. Вот так вот.